Всем наидобрейшего денечка. Сегодня ходили в Доброцен и еще потом в фермерскую лавочку зашли. И наши небольшие покупки. Купили чай Нести. Сейчас он по 106 или по 109 рублей. Что-то вот в этом. То есть, а бутылка-то большая, 1,5 литра. Полтора же или два? Полтора литра. То есть, в принципе, вот, нормальная цена. Минтаюгу набрали. 135 рублей за килограмм. У нас 209 рублей, вот такой большой пакет вышел, на два раза точно, 100%. Взяли еще сырик, один маздамчик, правда, эти дырочки маленькие, но ничего страшного. В фермерской лавке был армянский маздам, он 1300 за килограмм, нет, 1400. А этот, вот 286 грамм на 171 рубль. Не помню, сколько за килограмм, но что-то в районе 500 рублей. Угу, 587, что ли. А, ну вот. А там вот гораздо дороже. 350 грамм вот этот сырик тоже очень хороший. 174 рубля получился. Он вообще в районе 400 рублей. Черный король. Еще майонез там взяли. И сосиски. Сосиски первый раз, поэтому ничего сказать вам не можем. Тут возмущается фей. Самый грозный у нас зверь – это фей. Всех отгоняет. Конфетки. Тоже первый раз. Тут любитель Любаша по конфетам. Ну и в фермерской лавке взяли лаваш. Сыр адыгейский копчененький. 200 рублей головка стоит. Вот такой обычный адыгейский сыр. Головка. Не помню, насколько вытянула, но... Феюшка. Феюшка, змеюшка. По 420 рублей за килограмм. Еще взяли... Вот такая кукурузечка, миник-миник, такой мини прямо это. Типа сделано а-ля по-корейски. Ну и два вида грибочков. Собираемся тут мясо как-нибудь делать. Вот, то есть одни черные грибы. Черные грузди, только они как бы вот, ну, не наши, их называют черные грузди, но как бы они к нашим груздям, мне кажется, не имеют никакого отношения. Вот такие вот они, малышки. И опятки. Ну вот и все наши сегодняшние покупочки. А всем желаю хороших покупок, отличного настроения и замечательного денечка.